Невеста водяного. Посмотри, посмотри на озеро. Наша священная сфера. Давай, толстяк! Лови его! Что такое? Кто-то пошел. Брось этого зайца. Пойдем. Побегувших из болота гоблинов, свиные ноги у черной овцы и зеленая слюна дельфинов. Ах, мой старичок, дыши подводной микстурой с противоядием. Вот была смесь. Ах, немного осталось. Держи свое мнение при себе. Ольдра! Эта девчонка прихватила что-то у ведьмы. Пойдем. Вот оно. Мы думали, что ты передумала. А, я? Этот старик водяной не волнует меня. Напоследок амулет. Это должно помочь. Все эльфы благодарят тебя, Хольдра. Найди священную сферу и верни ее нам. Ха, я легко с этим справлюсь. С этой микстурой они должны будут разрешить мне присоединиться к охоте. Помни, Хольдра, не слушай его истории. Ха.
чем посмотрим. Это закончится. Глупые эльфы идут. Нам должно быть стыдно принести в жертву Хольдру этому злодею водяному. Но мы должны пробовать снять проклятие, которое этот монстр наложил на нас. Все будет хорошо. Она найдет священную сферу. Тролли умеют плавать. Ай, как тут воняет. Ай, пошли домой. Фу. Водяной. О. Эти эльфы. Священный мешок. Как можно найти мешок веры? Я не знаю, но не стоит здесь находиться. Это же водяной лавкач. А? Малявка! Лавкач! Ай! О, лавкач! Малявка! Ты жадный жучок! Я это нашел! Ой, малявка, не пей того, чего не знаешь. По крайней мере, скажешь... Малявка! Он плохо выглядит, лавкач. Может, нам отнести его к ведьме? Малявка! Что нам теперь делать, лавкач? Идем к ведьме! О, хорошая идея! Вы жадины! Маленькие тролли должны выучиться, а потом красть лосьоны и микстуры ведьмы! Но... Это не мы, Славкачу, ведьма, это была Хольдра! Да! Это та девчонка! Мы видели, как она убегала отсюда! Брось его! Но он... Быстро! Ведьма! А почему малявки так хорошо в воде? Кто выпьет из красной бутылки, сможет дышать под водой. Но, чтобы не остаться там навечно, нужно вовремя выпить из зеленой. Вы говорите, что девчонка забрала это у меня, но это невозможно. Я не могу, не могу. Ты смеешь мне отказывать? Но, ведьма, она на дне озера. С водяным. Что? Ах, эти эльфы, они ничему не учатся. Невозможно договориться с бессмысленной пеной. Да кому она нужна? Что с малявкой? Мы хотим избавить его от... воды. Очень проницательный молодой лавкач. Чем дольше ваш друг остается в воде, тем тяжелее его будет сделать троллем. Чтобы этот тролль не стал рыбой, вам надо вернуть мою микстуру, и ваше желание исполнится. Вы хотите сказать идти под воду? К Хольдре? Вниз, к водяному? Кто сказал, что у тролля нет мозгов? Ты гений? Но ведьма! Но ведьма! Идите! Ох-ох-ох! А это вам не понадобится? Да, наверное.
Отблагодарите меня, вернув мою микстуру, понятно? Ох, Лавкач, нехорошо пить неизвестные микстуры. Ты уверен, что надо? Конечно, нет! Но, малявка! А я не знаю, Лавкач, может, надо... Толстяк! Нет времени на раздумья, толстяк! Сейчас или... Эй! А это не так уж и плохо! Мы станем ужасно чистыми! Это же плохо, Лавкач! Может, просто забыть об этом, а? А как же малявка? Мы здесь, чтобы забрать микстуру! Лавкач, если малявке нужна микстура, то и нам тоже! Что делать? Ну, в общем, да, конечно, я был готов к этому! Тогда, думаю, мы... Лавкач! Что это? Похоже на старый замок! Замок старого водяного! Может, там мы найдем Хольдру? Вперед, толстяк! Под водой не только чисто, толстяк, но и вязко! Эй, толстяк, смотри! Подводные салочки! Давай, это очень даже неплохо! Лавкач! Подожди! Ух ты! О, Хольдра! Ты же Хольдра, да? У меня плохая память на имена. Сфера принадлежит эльфам. Для вас она бесполезна. Да, а для тебя нет. И это делает ее такой желанной. Ах, водные существа не навредят тебе, пока ты со мной. Как вы... Я дам тебе сферу, но сначала выслушай историю. Только без твоих штучек, Водяной. О, Хольдра, однажды, не так давно, мой замок сиял подобно перламутру. О, он искрился подобно алмазам. Правда? О, да. Друзья приезжали из далеких стран, чтобы повидаться со мной. Слуги и служанки, все мое. Я любил моих людей, и они любили меня. Я знаю это однажды. Но чем больше я любил их, ох, большинство из них ушло. Ой, толстяк, мы достали. Толстяк! Что? О, ачи! Вода попадает мне в нос. Это так. О, Водяной, расскажи еще. Правда? Конечно, история, потом сфера. Мы же так договорились, да?
О, вы восхитительны! О, это было великолепно! Вы не представляете, еда, ох, вкусно, беседа, танец. Красиво звучит. Я дал им все, 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 о чем я просил, это дружба. Я просто хотел, чтобы они любили меня, чтобы делать что-то сообща. Но чем больше они получали, чтобы любить меня, тем тяжелее мне было их видеть. Они исчезли. Они исчезли. Все, что я хотел, это... И вместо этого я остался с этим невыносимым одиночеством. Останься со мной, Хольдра. Я обещаю, скоро будут другие существа. Эльфы и люди, и ох, кого захочешь, я водяной. Могу дать тебе игрушки и пироги, и исполнить все желания. Священная сфера. Я могу дать тебе много священных сфер, а? Хольдра! Очнись, Хольдра! Лавкач, что ты делаешь? Ты всегда везде вмешиваешься! Хольдра, ты втянула нас в большие неприятности из-за этого серого шарика! Дай мне микстуру! Я только что спас тебя от водяного! Видишь ли, скажи мне, зачем кого-то спасать от кого-то такого хорошего, как я? Уходите? У меня миллион историй. Марципан? Почему бы не отдохнуть немного? О, посмотрим. О, вот один. Тебе понравится. О, жили-были два крошечных, незначительных существа, которые пришли в гости. Они не знали, с чем столкнуться. Большой зубастик! О, на самом деле это был новый друг, у которого были комнаты, полные игрушек, угощений и музыкальных инструментов, ждущих его. Все, что им надо было сделать, это выслушать одну маленькую историю. Ловкать! Хольдра, священная сфера у меня! Где микстура? Ах, еще друг! Привет, Ловкач, да? О, так мило, что вы зашли. Скажи, о. Отпусти их, Водяной, мы заключили сделку. Глупая девчонка, вы, эльфы, ничему не учитесь, да? О, это нехороший признак. Идешь, коротышка? Но Лавкач... Надеюсь, он любит истории. Но мы не можем его бросать. Кто будет спорить с Водяным? Вы и я? Кроме того, я получила то, что мне надо. Итак, где был я? О, да, привет, привет. Долгое. Это было лучшее из времен. Это было худшее из времен. Сфера... Сфера моя, Водяной! Да? Ты не имеешь никакого права на это! О, Хольдра! Я знал, что ты вернешься. Пожалуйста, останься! Нет! Послушайте музыку!
сфера! Я должна найти сферу! Вы что, разыгрываете меня? А? Берегитесь! Стойте! Вернитесь, послушайте историю! О, когда-то! В далекой земле! О, я так одинок! Куда теперь? Туда? Ха-ха! Давай, толстяк, скорее! Я не могу! Я застрял! Спасите! Ах, вот вы где! Давай помогу! Ах, тьфу! Ах! О, я не должен был есть ту последнюю часть марципана. Перестань дурачиться! Нам придется спуститься опять. Я вас не слышу! Дайте... Перестаньте! Вынь это из ушей и послушай! Мы должны найти сферу! Ловкач, что мы будем делать? Хочешь поторговаться? Священная сфера на микстуру! Оставь немного для малявки, толстяк! Ха-ха! Я не слышал слов его истории, потому что закрыл уши! Нам нужна микстура для ведьмы и малявки! Да, но сначала для малявки! Что это? Да, так-то лучше! Правда, толстяк? Да! Тролли! Ну ты что, толстяк, пойдем! Ну-ну! Оставь эту девчонку! Нам надо принести микстуру малявки! Скорее, ведьма, давай! Микстура! А в следующий раз, когда вы отравитесь моими микстурами, что будете делать? Но это не мы, ведьма! Это Хольдра! А кто следил за ней из моей пещеры? А кто проглотил это с жадностью, как только увидел? Ведьма, ну пожалуйста, пожалуйста! И в следующий раз, когда вы отравитесь моими микстурами, что будет? Никогда! Никогда! По-моему, ваш маленький друг был в воде слишком долго. Обреченный он должен оставаться в воде маленькой рыбкой. Это нехорошо. Малявка! Отпусти! Перестань! Меня укусил! А вот теперь у нас действительно неприятности. Надо было водяному вас утопить!